Подарок автомобилистам на Новый год. Запущено движение по Дмитровскому путепроводу в сторону Подмосковья. Реконструкция важного транспортного объекта переходит в завершающую стадию. Сегодня запускаем 4 полосы в сторону Московской области. До Нового года запустим 3 полосы в сторону центра. Дмитровский путепровод был построен еще в 1965 году. Тогда он разгрузил Дмитровское шоссе и дал импульс развитию районов на севере и северо-востоке столицы. Однако со временем сооружение устарело. В 2020 году здесь началась масштабная реконструкция. У нас было выполнено полный комплекс работ с учетом шумозащитных кранов, грязезащитных кранов, кранов барьерного ограждения. Были реконструированы местные проезды, локомотивный проезд с точки зрения съезда, Валаамская улица. В дальнейшем планируется завершение работ по линии Октябрьской железной дороги. Все работы велись методом надвижки. Это позволило сохранить сквозное движение по Дмитровскому шоссе и не создавать помехи при строительстве наземного метро МЦД-3. Это временный путепровод, который построили на время реконструкции основного. После того, как специалисты запустят движение по 4-й полосе Дмитровского путепровода в сторону центра, его демонтируют. Случится это уже в первой половине 2024 года. После реконструкции время проезда по Дмитровскому шоссе сократится на 6 минут. Также на 17% снизится нагрузка на этот участок дороги и на 6% на Ботаническую улицу. Реконструкция этого путепровода фактически стала последним этапом реализации масштабного проекта обновления одной из главных вылетных магистралей – Дмитровского шоссе. Камран Рустамзаде, Егор Ефремов, Строймосру.